Пойдет. Так, следующий. Ну, наверное, следующая что серия. Еще нужно, что порезать. Ну, конечно, переходовка долгая, но я успел закончить прошлую, начать эту. Зашибись. Ага, тут уже... Слушай, ну мог бы хоть лучника не атаковать, я бы тебя бы не бил. Ты это кому? Иди кому. А, и скиф пошел. Да. Тут ничего личного, прости, просто раз уж такая дележка пошла, я ж не могу просто остаться в стороне. Конечно. Да ладно. Не, понятно, слушай, я тоже как бы такого же принципа пошел. На следующем ходу этот лучника уберу и может. Гризе придется Занзибар все-таки забирать. Он. Он тут в тему. Я больше расстроился, что мне не достался. Кто? Мачу Пикчу. Что это сделка? Кстати, я а кто-нибудь в союзы вышел вообще? Я вышел. Давно еще. Я вышел. Я вышел. Я готов к союзам. Чё там? А слово японец, у тебя союз есть? Давай это три хода. Давай. Предложение. Что, серьезный Рим? Ну, мали. Хорошая попытка. Да, ну попытка не пытка, мало ли не скликнуть на автомате. Памир, возврат всех городов. Не, город ему оставим. Ну мир, да. Ну мало ли прокатило. Забирай его. А куда ты? Гора Рарайма. Ух, нифига себе у Швеции. Как я еще держусь? Слушай, да блин, когда эта херня кулит? Ладно. А, ладно. Просто, слушай, просто прикол какой-то. Все клетки выкупает, кроме той, которая мне нужна. Гора, забрал, мне больше не надо ничего. Не-не-не, я не тебе. А, блин, ты этого. Скип. Чего не делать? Лучника не бей. Не буду. Маската ушла, наконец-то. В смысле ушел? А. Ну, мир заключил с тобой. Я понял. Ну да, он тебе тут неплохо так. Не понял. Убил. А давайте сюда. Так, надо забирать уже. Нет, это город сам выкупает клетки с картинками, это в пятерке было.
А, ты имеешь в виду, ну, здесь тогда, но тоже не всегда, честно говоря. Не, ну, справедливости ради, я Рим достаточно долго выдерживаю. Ну, справедливости ради, я его и не сильно атакую. Я не сказал. У тебя юнитов нормально. Все, ГГ. Спасибо за игру. Спасибо за игру. А что, я только в главное меню могу идти? А куда ты хотел? По союзам-то какие будем заключать-то? Не, я думаю, там спектатора можно. А, я через стрим. Мне тоже можно. Надо побольше тут все повырубать надо. Побольше рабочих. Ладно, всем спасибо еще раз за игру. Всем спасибо за игру. Тебе тоже спасибо. Доброй ночи. В общем, ученого не дождусь, я так понял. процентов культуры, но это лучше в Бибраксе, мне кажется. Так, тут я крабов обработаю, а вот этого уберу краба. Тут будет гавань, тут будет кампус. Так, ну что там, испанец улетает? Я не могу чего-то понять, почему я не могу послать Винсента? Чего не можешь послать? Построить венецианский арсенал. Видимо, условие какое-то не выполнил. Да нет, на побережье до Понка. Я не знаю, мастерская там нужна? Я не помню. В смысле, а гавань? Гавань. Разве там гавань нужна? Нет, гавань не нужна. Точно? Точно. А это у тебя точно тайл этого побережья, а не озеро? А, нет, снизу, да, это побережье. Видишь, одному принадлежит. Что, так надо? Я так уже арбалетчиков открыл. Бля, у меня что-то намискликалось, я вообще не в ту точку поставил район. Пиздец. Я убирал этот маркер, и оно вообще куда попало поставил. Пиздец. Так, тут центр коммерческий. Блин, кто-нибудь правительственную площадь придумайте, куда мне поставить. Это вообще никак нельзя отменить. Ну, где-то здесь. Ну, что район это? Уже нет. Ну, нет. Это трэш. Мало того, что теперь не получу бонус, так еще и тайл испортил. Понятно. Я клетку просто забыл купить. Так, а что у нас по религиям? Испания, Япония, Швеция. Скиф получает мою религию, но... Давай научный. Я не думаю, что нам надо крестовый поход какой-нибудь брать. Наверное.
Блин, так не хочется Занзибар забирать, но он просто по расположению мне его просто надо забирать. Получается, так ведь? Просто он, ну, нормально дает счастье. Правительственная площадь может, и у нас район только с центром города не могут граничить. А с правительственной площадью могут. А мне решила этой религиозной победой пойти. Кто? Амани. Ну, бе. Так это ж бот. Ну да. Так они всегда религию распространяют по максимуму. Это просто смешно выглядит. Посмеемся, когда он победит. Не, я не позволю, я вроде не заметил. Хотя тут... Да, я понимаю, что, наверное, не важно, но хочется, знаете, все равно как-то так... Мне кажется, вот куда-то, ну блин, хотя тут плюс 4 мы уберем камень. Не знаю, может сюда? И вот тут какой-нибудь театралка. Вот тут как-то поставить что-то. Центр коммерции нормальный нигде. Ну, придет, наверное, сюда ставить. Может, еще рабочих? Ну, вообще феодализм, блин. Еще в теократию надо идти. Жалко Занзибар, так его. Он мне и деньги дает. Но надо брать, надо. Никуда тут не деться. А, блин, тут слота нет под... В смысле нет подходящего? А это что? Чё за прикол? Нубию обнаружил. А Нубию кто-нибудь забирать будет? Почему гавань не ставится? Не буду, но не сейчас. Тебя она кто же пришла? А, соседство. Бля, я все время забываю эту хрень. Точно. Блин. Да, вот это когда играешь за Гала, тебе настолько привычно ставить. Блин. Точняк. У меня, в принципе, есть инквизитор, так что не проблема. Это реально подстава постоянная. Ого, ты медиаланом чисто всадниками взял? Да. Кайф. Я тут, блин,
латниками, рыцарями и трибушетами, а там просто вот человеку отдали всадниками город. А всадниками какими, в смысле? Всадники? Всадники, первые самые, первые всадники. А, не тянули до летучих отрядов лапался, чтобы орец убрать. Ну, он бы иначе не всадник не отношу. Просто мне можно два всадника создать, у меня их 4, и там в городе все равно Хэнса ничего. Вот именно спамечу. Что он ничего не делал, он строил юнит и чисто в Рим их вел. Ну да. Зачем мне переинвестировать? Ну, через ход, наверное, буду объявлять войну. Ой, Аминат. Так, блин, неопит вот сюда нужно ставить. Для этого надо клетку еще выкупить. Давайте пока амбар. Ну, во-первых, выкупить клетку, во-вторых, срубить тут все. Так. В общем, если у вас когда-то будет желание попробовать поставить район и сразу убрать метку, не советую так делать. Спасибо. Что случилось? У меня не в то место стал район из-за этого. Вообще испортился город. Блин, Бибракс такой непроизводственный город. Просто постоянно нету производства. Несмотря на то, что даже Апит поставил уже. Блин, центр коммерции надо. Хороший. Ну, у меня, правда, тут не сильно много гор, но можно нормально. Так, только плюс 3, да? Но все равно можно использовать. Нормальный ученый. Блин, может, какой-то трибушет... апнуть в бомбарду. Слушайте, может сделаем паузу? Минут 5-10 хотя бы. Надо пойти. Прям сейчас? Ну да. Окей. Ну давай, ход начнется, уберем таймер. Окей. Не помню, в приложении там хренили отверстие.
на твое усмотрение. Что ты там бубнишь постоянно? Говорю, японец, предложение прими или опроверг. Ну поставим погромче, если не смешно. А там не в громкости дело, мне кажется. Испанец, на что ты деньги копишь? На роботов. На Биг Бен. Да. Ну, убирайте таймер, пожалуйста. Как сюда пойдем? Блин, только хотел. Апнул, еще 95 монет надо. Вообще по-хорошему. А, мне тут вырубить. Мне по-хорошему надо вот это обработать клетку. Тогда это добавится, эту дешевле выкупать. Мне нужен еще один рабочий тогда. Висячие сады увеличивают рост городов. Блин, а скоро теократия? Городов. Мне надо первый посол отправить в научные эти... По-любому. И вот так. Торговать буду. Ну, Занзик надо убивать. Он так расположен. Он. У него есть райончик, он на реке. Тут мы сможем тоже. Священочку поставить. Кстати, нам надо священка. У меня же священка, как ее, речная богиня, дает счастье. И вообще только одна стоит. Давайте, может, укрепим религию, кстати. Или вообще дайте теократии, дождемся, дешевле будет покупать апостолов. Я не люблю командные. ПФА всегда интереснее имхо. Как бы то ни было. Так, давайте по городам посмотрим. Испания 8. Скифы 9. Япония 5, Швеция 10, ну Нубия это комп, а у меня 9, ну Занзибар 10 будет. Вообще на самом деле вот это тоже надо забирать. Кабул надо еще забрать будет, кстати, во, Кабул.
Точняк. Занзибар, потом Кабул идем забирать. Не, я понимаю, почему играют в них. Ну это тупо проще там даже. Чем вот это ФФА. Уходом Занзибару войну. Конечно, как только мой скаут пришел, вулкан стал активным. Само собой. Тут надо карточку поставить на выкуп клеток и тогда только их покупать. Если что, с кампусом плюс 5. Вау. Идем сюда убирать камень и ставить кампус. Еще предложение. Другая промку. А может центр города? Кампуса. В центр города. Нет, промку просто. Я промка оставил. И давайте бонус научные ГГшки не дают. Окей. А какие там вообще сильные у нас игрушки есть? Ну я только Болонью и Митлу нашел из научных. Не, вообще сильный культурный, классный, там не важно. Ну из крутых я ничего не нашел прям. Чтоб... Mm. Я не вижу каких-то офигительных КГшек. Я буду в этом веке ставить, так и другие будут ставить. Туда раньше явно испанец выйдет, чем я. Правильно? Где, кстати, оно? Во. Две верфи я не могу сделать. Нафига, кстати, я осадную тактику открываю, интересно. Да кто так в кампус влился? Швед? Швед. А, швед, да. Я так усиленно пытался забанить кампус. Нет. Таймер включит. Прошу прощения. Что-то затапливало сильно. Так, ну понеслась. А что с ним? Что за лезвие? А, это затопило.
О, давайте военный лагерь вот так в японца бахнем. Я не боюсь, например. Ой, испанец деньги потратил. Страшно. Может, купил? Может, какого великого человека купил? Не, по-моему, этот ученый ему так дал. О, какой скифу хороший достался. Да, я же сам кайфу дал. На универы. Ух ты. Причем я даже не старался. Ну да, там забрал испанец, я а этот не... тебе... Да. Ну... Чанский приехал на музыкальных ножках. Так, ну тут будем ремонтировать потом. Рабочего оставляю тут. Так, через речку сильно больно. Не буду. Хочу тут чеченицу, давайте еще рабочего. Эти довольство ушло сразу, как объявили войну. Надо идти, конечно, к Апиду. О, феодализм ускорили. Где он в итоге? Вот тут. Там просто плюс 2 заряда рабочим. Согласитесь, круто. Тут у него, конечно. Слушай, японец, то, конечно, я понимаю, что у тебя вулкан убивает жителей, но смотри, какие у тебя клетки теперь. Тут просто огонь.
Так, тут я собираюсь вот сюда. Не, ладно, уже сюда. Не знаю, конечно, кто там нубию хочет брать, но у нее уже армия столько. Ну да, джунглю. Так я вот его отправил сейчас на джунглю эту. Так, а вот здесь я... Могу я район? Не могу, блин. Я бы хотел переключиться на опит сначала. Где строители, блин? Так, и сюда... А, нет, у меня наследие. Надо отдать на шпионов. Мне кажется, должны взять следующим ходом. Даже про такую, ладно. Ладно, я еще с рыцарем про атакую. Не успеваю ходить. Два хода. Я бы, конечно, в темный. Но, по-моему, взятие Занзибара добавит очки, а откладывать нету смысла. Нет, блин, не берем, кстати, этим ходом. А, стоп, так а мне уже нету смысла это убирать, если я ж тут опиться хочу уже ставить. Я центр коммерции сюда... А, или сюда, кстати. Еще вон плюс 3 есть. Это за счет гор, да? Ладно, пойду это уберу. Бомбарду одну я апну этого, этот трибушет, блин. Садная башня, средневековые стены. Тут ничего так и не придумал, что тут строить. Тут театралка на плюс 5. Думаешь, лучше ее ставить? Ну ладно, давайте сюда. Тогда сюда
центр коммерции. Нам вот как раз центр коммерции, чтобы какой-то большие деньги, не обязательно. Фиг с ними. Так, что тут? Пока непонятно. Что, деньги мне зачем-то за Зибар придут? Да. Вышли в нормальный век в итоге. Да, давайте исход евангелистов пока будет. Отправляют торговцев из Адуат. Кстати, блин, забыл укрепить религию. Ну, нормально, что, видите, мы вышли в следующую эпоху и как раз получим очки за укрепление религии. Нормально. Лян, давайте. А в Дуракортер давайте. Хотя отсюда надо один караван отправить. Чтобы дорога хоть какая-то была. Так, тут улучшение. Это таймер можно увеличить. Угу. Плюс один везде кампус. Блин, где-то хочется вот здесь ппшку поставить. О, у меня тут нашествие нубийских апостолов. И у тебя одного. У меня их тут 8 штук. А, 9. Они все проходят через меня, так что я видел еще больше. О! Как у нас в тему уголь появился. А мне нубия предупреждение выдала. За что там поосторожнее? Хотел из Дуракортера. А что тут новое? Вот, два действия. Фу, практически норм походил. Кстати. Да
Напишите в чате, кто любит спаржу и кто не любит. А вот жена заставляет есть спаржу. Это полезно. А я ненавижу. Блин, брать крестовый поход, не брать. Ну, просто на скифы я не собираюсь нападать. На скиф у меня распространено. А на японца моя религия... У него есть своя религия. Так что я бы взял просто вот дальше распространяется. Сильнее, точнее, на 50%. Тем более мы книгопечатание уже открыли. Блин, вот скифи повезло. С чем? В каком смысле? С углем. Угорь. Уголь. Унаги, маки. И угля. Все, можно Магнуса пересаживать. Точнее, Фингалу в столицу. А Магнуса Вратамагус. Как раз название. В тему. Где у меня еще драгоценности? Почему тут можно поставить? Так, это я отложу здесь. Я хочу следующим ходом кампус тут начать строить. Блин. Вадуатуку надо было отправить. Есть люди, которым спаржа на вкус нравится. Окей. Блин, на чудеса забрал испанец. Ну ладно, кстати. Кстати, для меня... Как мне вот этот аппит произведет захват культурный. Все, в любом городе. Кстати, надо религию разнести. Что с апидом? Плюс 2, плюс 2, плюс 3. Плюс 3 вот сюда. Не, давайте сюда, чтобы не давать соседство
району у шведа. Зачем нам? Что там нужно для... Так, нам нужен военный инженер и А индуизм это, кстати, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, если она сейчас начнет обращать, то придется войну объявлять. Так, два храма я построю, только надо ли нам это божественное право, но... Оно ведет в какую-то тупиковую... Блин, ну я в упор не помню, что там... Тут кавалерия, правда, производство и чудес. Ладно, давайте монархию откроем. Отложу, я, наверное, тут правительственную в Дуракортере как раз вот здесь буду делать. Больше по городам вроде ничего. Меня больше, на самом деле, у галов не то, что рудники дают культуру, а то, что они территорию захватывают. Вот это, мне кажется, круто. Ну, а, понимаешь, те ресурсы, которые собирают, их обычно реально все собирают. Я отходил, я не услышал, кто территорию захватывает. Рудники гальские. Я не убираю камень, потому что он дает соседство моим апидам, например. А так, в принципе, все остальные ресурсы можно собирать. Дорого, но надо. Так, а что у нас там? Дружба со скифом закончилась. Союз, точнее. Так, тут надо только подождать, когда Магнус приедет. Он мне научный предложил. Блин. Привет, Феонор. Привет, Туканчик. Привет. А что с Елизаветой не так? Еле от варваров отбился.
Бля. Просто когда Елизавета сама на острове, ожидаешь, что там должно быть... Я не сам на острове, я с Нубией. Нубия ливнула. До этого она хорошо развилась. В любом случае, вас двое на острове, а нас шестеро. So, what's your point? Тут фабрику надо. Ну да, если есть Артемида, Лагерянь. Тут понимать, да, тут как бы нету какого-то уникального. Но если, грубо говоря, тебе эти ресурсы, которые ты можешь собирать, не дают ничего, то их лучше собрать. Это такой общий совет. Но он довольно общий, опять же. Поймал моего шпиона. О, здорово, Англия. Вот так вот, значит. Привет, привет. Не стыдно ли тебе? Так, а что у меня тут миссионер? А, я пытаюсь защититься от... от Нубии. Пускай стоит здесь пока. Научные ГГшки у воды есть? Есть. А, хотя не знаю, у воды ли она. Но если ты дальше вверх поплывешь, то может встретишь. Плато у воды, но там ледники, ты не проплывешь туда. Понятно. А, блин, еще не... Я хотел уже Гурдвара купить, еще не обратил в религию. Блин, надо где-то фабрики строить. Ну, в Адуатуке точно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще, где у нас самые высокие соседства? Тут семь. Тут пять. Ну и в Риме 100% еще фабрику. Фабрика и тут фабрика. Это прям 100%. Ну, здесь мы вырубаем и рудник ставим. Испанец, туда не плыви. Там много варваров. Я проверил. Так, инженер там два хода строится. Лёш, а тебя Фенор что-то хочет.
Так, это торговая республика тупиковая, но мне туда не надо. Строительную инженерию надо. Я не соображу, где мне тут кампус строить. Так, центр коммерции вот сюда можно. Блин, просто не успеваю уходить. Ладно, серию на этом завершу. Продолжение завтра. А те, кто смотрит стрим, стрим смотреть продолжают. Из-за того, что у меня театральная площадь вообще не там. Я поставил этот панамский канал не туда, куда хотел, не на то озеро.